Дорогие мамы, сегодня я обращаюсь к вам с глубоким уважением и признательностью. Вы – душа и сердце нашего народа. День матери – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы должны еще раз осознать, сколько любви, терпения и мудрости вложено в каждого из нас. Наш народ прошел через сложнейшие испытания, и именно вы, дорогие мамы, стали опорой, которая помогла нам выстоять. В тяжелые для Южной Осетии годы, под обстрелами, в условиях лишений, вы сберегли самое главное – жизнь, надежду и веру в будущее. Вы учили нас стойкости и любви к родной земле. Благодаря вам наши дети знают, что значит быть достойными сынами и дочерьми Осетии. Особые слова благодарности я хочу сегодня адресовать матерям, чьи дети сражаются в зоне специальной военной операции. Вы воспитали настоящих героев, мужественных, преданных своему народу и Отечеству. Они защищают мир и справедливость, воплощая в себе те ценности, которые вы вложили в них с детства. Ваш материнский труд – это ежедневный подвиг. Быть матерью – значит не только отдать жизнь, но и научить любить, заботиться, жертвовать ради других. И вы, наши дорогие мамы, делаете это с такой самоотдачей, что мы все перед вами в неоплатном долгу. Я от всей души желаю вам здоровья, мира и тепла в ваших семьях. Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, а их любовь и благодарность согревают ваши сердца каждый день. Спасибо вам за все, что вы делаете для своих семей и для нашей республики. Пусть мир и счастье всегда царят в ваших домах. Мадемуайрами фажахстут.